Очередная распаковка. Сегодня должны быть интересные посылки. Тут 3D-ручка будет. Остальное так. Честно говоря, не помню. У меня треки отслеживали. Я сегодня не смотрел, что получил. Будем открывать. Начнем с маленьких. Вот это какие-то щипцы. Честно говоря, не помню, что я заказывал. Так, не привык я еще к этому. Штативы. Это орехоколка. Колоть грецкие орехи. Как раз у нас они есть. Сейчас можно будет. Думал, какие-то щипцы здесь. Так, сжимаем. Как бы сама орехоколка не сломалась. Что-то какая-то неудачная. Может, я неправильно делаю, но той стороной. О, ну нет, в принципе. Вот так положил. Все. Вот она. Открывается. Все, пожалуйста. Дальше. Тут, наверное, декорации пришли. Все ссылки на товары будут написаны. Что у нас такое? А, это стирательные резинки для детей. Вот видите, в форме, в виде бананов. Спандау. Там рублей 20, что ли, стоит. Интересная вещь. Довольно красиво, симпатично сделано. Запах сейчас проверим. Запаха нет. Где еще маленькие? Так, вот. Так, еще. Два маленьких пакета. Здесь у нас. О, еще такие. Оказывается, тут по две штуки. Такие же. Ну, симпатичные. Симпатичные. Идите в школу. Каждому будет по. Так, ну, те же декорации. Я сегодня планируется съем мультик. А, ну это опять отражатели. Вовремя пришли. Как-то они долго шли. Какие-то они детские оказались. И нормально пойдут. Тоже рублей 20 не стоили. Так, все детские, все маленькие закончились. Это коробочка какая-то. Сейчас откроем эту коробочку. Но тут уже более серьезные посылки. Лампочки. Так, вот такие они. 15 вольт. Я беру больше самые мощные. Две. Коробочка запечатана хорошо. Ссылка будет в описании. Заказывал на Алиэкспрессе. Там 100 с чем-то рублей, что ли. Они там одинаковые, я не буду открывать. Так. О, как тут запечатано хорошо. Баллончик. Резиночка. Что это такое у нас? Очки. Кстати, этим. Очки. Лупа, которые рекламируют по телевизору за 990 рублей. Тут их за 200 рублей заказал. Две штуки причем. Опять же, ссылка будет в описании на эти удивительные очки. Так, что-то. Спешу. Ну-ка попробуем. Ну так, как. Ух ты, здорово. Кстати, реально приближают. Да. И зрение, и лучше их видно, кстати. Но они вблизи. Как раз вот вдалеке ничего не видно. Вот они как для чтения такие, да. Годные. Реально где-то в полтора раза подбежают. Вот у меня вблизи я начинаю плохо видеть. Вот с ними довольно-таки. Сейчас попробую. Ну да, себе оставлю. Читать нехорошо. Они вот на расстоянии где-то вот сантиметров 15-20 очень хорошо видно. Хорошие очки. Ручку. Тестить я ее не буду. Так как это не моя посылка.
мне попросили заказать. Так как не все посылки я для себя заказываю. Ну что мы тут имеем? Сама 3D-ручка в таком кейсе. Кейс такой годненький. Очень хороший кейс. Вот 3D-ручка написано. Посмотрим. Первый раз я держу в руках. Буду держать сейчас в руках 3D-ручку. Не знаю, что она из себя даже представляет. Так, вот сама 3D-ручка. Ну, тут как пенал. Сделано в форме пенала. Вот такая 3D-ручка. Угу, понял. От нее шнурок. Тут адаптер. Вот я его не буду распаковывать. Но я думаю, все видели такие адаптеры. Нашего образца. Какая-то насадка еще. Проволока. И куча запасной. Вот она. Это я не помню, сколько метров. Ссылку я дам в описании. Обошлось мне это 1800, да, 1800 где-то. Ну, намного дешевле, чем у нас продается в Мурманске. Намного. Не буду распаковывать. Только я знаю, ребенок там любит сам распаковывать такие вещи такие. Поэтому не буду лишать его удовольствия. Тут много цветов. Ну, породите по ссылке, посмотрите. Мне она очень понравилась. И отзывы хорошие. По-моему, самые лучшие, которые я нашел на Алиэкспрессе. Пожалуйста, рекомендую очень. Очень хорошо оформлено. Тут почему-то в наборе только один цвет, такой вот оранжевый. Ну, ручка такая, не буду тоже, она распакована. Так, держится удобно. Сюда, как я понимаю. Ядник сюда, проволоку, или как он называется. Вперед, назад. Легенькая. L, не знаю, что, наверное, нагрев. Все, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много распаковок. Забыл сказать, тут еще инструкция в описании. Я только что обнаружил. Тут на английском с картинками. Такое ощущение, будто еще что-то должно открыться. А, вот открылось. Да, вот такие картинки. По-моему, все понятно. Все разъяснено. Вот эта белая штучка, которая в пакетике, она, видимо, просто для подставка для ручки. Ничего не такого нет опасно. Вот. Да, сюда точно и оставить. Очень удобно. Я, честно говоря, покупкой доволен. Но не моя покупка. Ладно, все. Теперь уже, надеюсь, не все еще. Мне понравился этот шнурок. Его таскиваешь, допустим, что-то делаешь, там оттягиваешь, и он сам заходит. Первый раз такие вижу. Годная вещь. Вот теперь...